Продолжаем с вами изучать неправильные глаголы. Это четвертое видео из этой серии. В отличие от первых трех групп, которые мы рассматривали, здесь нету одинаковых форм. Но, тем не менее, запомнить их несложно, так как построение во второй колонке всех глаголов похоже и также в третьей. Давайте посмотрим, что я имею в виду. Возьмем наше первое слово begin. Begin, began, begun. Видите, здесь «э» звук, а здесь «а». Следующее «drink», «drank», «drunk». Опять же «э», «а». «Swim», «swam», «swam». «Ring», «ran», «run». «Sing», «sang», «sung». «Run», «ran», «run». Еще раз «begin», «began», «begun». «Drink», «drank», «drunk». «Swim», «swam», «swam». «Ring», «ran», «run». Sing, sang, sang, run, ran, run. Дальше мы тренируем и запоминаем эти глаголы. Первый глагол, который мы рассматривали, begin, began, begun. Ваше задание – ответить на вопросы, закончить предложение, используя правильную форму этого глагола. Поставьте видео на паузу и попробуйте выполнить задание самостоятельно. А теперь давайте рассмотрим правильные ответы. Первый вопрос был «What time does the class begin?» Это вопрос present simple, потому что у нас есть «does», поэтому мы берем первую форму «begin». «What time does the class begin?» Ответ на этот вопрос «The class begins» мы опять взяли первую форму, но добавили окончание «s», так как это present simple, и третье лицо «он», «она», «оно» добавляем «s» к действию. What time did it begin? Мы опять взяли begin, хотя это past simple, но у нас есть did, мы уже раз показали, что это past simple, больше не нужно, поэтому берем первую форму. Отвечая на этот вопрос, мы скажем it began at в таком-то часу. Берем вторую форму, потому что past simple у нас нет did, поэтому нужно брать вторую колонку. Здесь то же самое задание, но со словом drink, drank, drunk. Do you drink milk? Это present simple, поэтому берем первую форму. Have you ever been drunk? Взяли третью колонку, потому что это perfect. У нас есть have, у нас есть been, у нас есть ever слово, которое указывает на это время, поэтому берем третью колонку. What did you drink? Это past simple, но мы берем первую форму, так как здесь есть did. Мы помним, мы показываем время один раз. Did. Указали, что это past simple, больше не нужно. He was drunk. Мы взяли третью колонку, потому что мы показываем с вами его состояние. А третья колонка часто указывает на состояние. Он был пьян. He was drunk. Swim, swam, swam. Ставим видео на паузу, выполняем задание самостоятельно. Can you swim? Первая колонка после модальных глаголов. Простые предложения, первая форма. Have you ever swum in the ocean? Опять же у нас perfect, поэтому третья колонка. When did you swim? Past simple, но берем первую, так как у нас уже есть did. He swims every Saturday. Берем первую колонку, так как это present simple every Saturday. Добавляем окончание s, потому что he. Rin, ran, run. The phone is ringing. Сейчас телефон звонит, поэтому present continuous. Берем первую форму и добавляем окончание ing. I rang twice. Я два раза звонил. Past simple. When did you ring? Past simple, но берем первую, так как есть did. Doesn't ring a bell? Ничего тебе не напоминает? Present simple, мы также берем первую колонку. Sing, sang, sung. Who is singing? Берем первую колонку, добавляем окончание ing, так как это... Present continuous. Действие происходит сейчас, в данный момент.
Did you sing back then? Ты раньше пел? Первую колонку. Past simple, но есть did. I sing when I drive. Когда я за рулем, я пою. Как бы постоянное действие, present simple, поэтому первая колонка. Have you ever sung in public? Perfect, поэтому третью колонку берем. Run, ran, run. I run every day. Present simple, первая колонка. I am running. Это present continuous. Берем первую колонку, но добавляем ing. I ran into him yesterday. Past simple yesterday, поэтому берем вторую колонку. Я вчера встретил его. Имеется в виду случайно. Ran into somebody, случайно кого-то встретить. Have you ever run a marathon? Have you ever run a marathon? Это перфект, поэтому берем третью колонку. А сейчас ваше задание – поставить видео на паузу и заполнить недостающие формы. Еще раз смотрим на правильные формы. Run, ran, run. Drink, drank, drunk. Begin, began, begun. Swim, swam, swam. Ring, rang, rung. Sing, sang, sung.